Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Nokia 21T, и сейчас я покажу вам, как узнать номер IMEI, а также серийный номер данного устройства. Итак, для этого мы открываем приложение «Настройки», после чего мы проходим в раздел «О планшете». Далее мы проходим немножечко вниз, и здесь мы видим два номера IMEI. Далее, если мы выберем модели аппаратного обеспечения, то увидим серийный номер данного устройства. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.